Запускаем. Приветствую вас, пам-прам! Это для меня так прозвучало. Ну-ка, сейчас погромче просто сделаю. Капец, интро, у тебя такого нет. Потому что я и так затягиваю ролики своими вступлениями длинными. Парни, дорогие зрители, подписчики и гости канала Sonic & Panzer, Sonic & Tanky. С вами, как всегда, Sonic Танкист Атом, или просто Атом. Вот, тут совсем недавно вышел ролик от Мифересо о Sonic Frontiers, который называется «Позорный Sonic Frontiers. Первичный анализ геймплея». Кстати, у меня есть одна идейка. Сейчас просто переживу все. Как насчет того, чтобы я добавил еще поверх этого фона себя же, как PNG-шку, чтобы типа я вот есть, сижу, смотрю какой-то кринж. Вот. Пусть будет тут. Сейчас я полосочку за здоровьем, хотел сказать, за здоровьем Собянина. Вот. Вот, это, вот здесь буду я. Сам себя люблю. Вот. Вот. Думаю, идеально. Стола, конечно, не будет, но зато будет вот это ебало, которое будет смотреть на вас, как на экран. Все, окей, понял. Имба. Да что я имба? Я не имба, я просто лох занёрфленный. Так, что там у нас еще? Пишите. Ускоряй на 1.25, 20 ностальгии, ускорь на 2x. Нет, тогда вообще будет для всех несужабельно. Я это еще пойму, но... Такое надо спросить у Shadowpozers, у него такие же витубер-моменты. А, Тимофей знает, ускоряй, а то он так долго думает. Та-да-да. А, типа, когда картинка подсвечивается, да-да-да, я про нее. Там еще меняется что-то. Так, тихо, попросили все-таки несколько людей, так что их воля. Смотрим и комментируем. Это шедевр, да? Надеюсь. Да все, я начинаю, все. Я тут, да, как вы все видели, оставил комментарий, который тут вот, в общем, рассказал, что и как, к чему. И мне этот ролик дико не понравился, даже несмотря на него, потому что по названию сразу понял, что он тут будет, короче, как бы странно ни звучало, но будет обсирать Sonic Frontiers, даже когда он не вышел. Ну, я решил, почему бы и не посмотреть данный ролик, что ли. Да, мы все пришли посмотреть, как ты будешь смотреть ролик. Звучит как кринж. Так что вот, и что ссылка на канал Мифересу и на его видео в описании под этим видео. Так что вот, делаем вот таким вот образом. Ну да, на этот раз будет без музыки, прошу вас прощения. Вот, так, делаем вот так, значит. Ага, да. Вот теперь я понял, почему Никита Мута — это база, потому что он настроил быстрее, чем я. А я тут мну яйца по 2-3 минуты. А самый нелюбимый аспект анновского Евангелиона. Не ребилды. Ну, что сказать-то еще правильно-то. Наверное, то, что бюджет сокращается. Это, как говорится, палка о двух концах. Сначала, с одной стороны, у нас есть интересные серии с точки зрения подачи, а с другой стороны, у тебя на анимации экономят как могут. Ну, это во-первых. А во-вторых, что еще-то можно сказать-то? Что мне лично не нравится, все-таки, как история, она должна содержать какие-то сюжетно важные моменты. Но в том плане, что они не должны задвигаться сильно на второй план. Конечно, какой-нибудь Стерпин скажет, что лор для дурачков, но этот самый лор, как и World's Building, основные части самой картины, чтобы твое произведение воспринималось не так, скажем так, плохо. Не так плохо. Не так, скажем так, оборванно и вне контекста. Вот. В Еве Neon Genesis это не так сильно, к примеру, бросается в глаза, а вот в ребилдах это прям такая проблема. Вот здесь все хорошо. Значит, все, так что, ну, начинаем, как говорится. Если честно, у меня нет слов. Маты. Ну, прошу прощения.
Тут тяжело на стриме себя контролировать, поскольку не всегда можешь нормально подобрать выражение. Так что, да. Ролик, точнее, комментатор пользуется обсценной лексикой. Все претензии к Ютубу. У меня там написано, что все зелененьким. Это просто настоящее позорище. Мир дождался первых геймплейных роликов из Sonic Frontiers. Ну, сразу с первых минут вот видно, что он начал обсирать. Хотя вышло всего-то пару демок, и типа ему что, не понравилось его начать из-за этого? Серьезно, Мефилесу? Ты серьезно? Нет, блять, он шутит, сука. Ну, опять же, я говорю свое мнение, почему он так высрал свой ролик про Sonic Frontiers. Так, Actually, Uganda Knuckles ищет того, кто know the way, и еще он тут ищет... Ой, то есть он ищущая натура. Внимание, угроза ущемления. Серьезно, да серьезно, а ты не верил? Действительно, действительно. Мировая премьера, как ее называли, господа, из IGN. Ну все, я токсик. Все, запрещаю. Токсичность я буду проверять. Это еще, знаете, самая малость такого токсичности. Хотя, в принципе, мне должна сейчас заболеть вагина. То есть, я еще относительно нормальный, знаете, ну такой, низком старте. Все затаили дыхание в ожидании новой сочной игры про ежа на современных системах. Любая компания знает, что нужно показывать лучшие моменты своего проекта, чтобы заинтересовать не только фанатов, но и крупные СМИ. Логично, что игра должна быть как конфетка. Но нет, конфетку явно сожрал Такаши Идзука, а фанатам кинули в лицо смятый фантик. Что же пошло не так? У микрофона Мефилесу, и я приглашаю тебя разобраться вместе со мной с этим новым недоразумением от Sonic Team. Ну, посмотрим, как чего ты скажешь по поводу Sonic Frontiers, посмотрим. А начну я с открытого мира. Первое, что всплыло в голове от увиденного — мир пустой, тусклый и безжизненный. Ему явно не хватает контрастности. Ну, с одной стороны, может быть и прав, с одной-то стороны, в плане, да, что живности... Нет, ну это пока демо-версия, ребят. Ну это демо-версия, ну, ни больше, ни меньше. Опа, Никита Мута. Да, меня заставили смотреть Никита Мута. Хотя я, в принципе, мог бы... Да не, ну нахер, за деньги смотреть, это уже кринж. Честно говоря, будет. Вот. Почему мое сообщение в чате не отобразилось? What the fuck? А если ты про этот или про предыдущие? Ну, чел, смотри, там, может быть, ты какое-то слово написал, которое тебе сама модерация Ютуба не одобрила. Это уже к Гуглу обращаться надо. И это не Breath of the Wild? Да, это не Breath of the Wild. Я играл в Breath of the Wild и знаешь, что Sonic играться будет не так. Вообще мне интересно, чем Меф занимается, если САК ведет Мария, а ролики он делает не часто. Да и то их Лайская монтирует. Ну, хрен знает. Ну, опять же, не раз, в принципе, было показано в ролике с Целитона, что Меф иногда допускает какие-то фактические ошибки. То есть ради какой-то там темы, если скажут, что типа, вот почему там Марио можно вставлять пушки, а у Сонику нет. При этом проплетая совершенно идиотские вещи. Там, например, из-за того, что типа, вот почему-то пушки осудили критики пушки в ЕЖ. Нет, они осудили то, что эти пушки у ЕЖа были кринжово реализованы. Вот. К примеру, как вот так вот. Контраргументации. Мефиресу кайфовал от Forces. Forces плохая игра. Мефиресу бежит на Frontiers. Frontiers будет хорошей игрой. Кстати, может быть. Может, такое и сработает. Ну, кстати... Ой, прошу прощения. Не, Forces неплохая игра. Она просто... Такой, знаете, посредственность где-то граничащая с средняком. Приблизительно. А у кого токсичности болит голова? А, вагина? Ну, это такое, типа, двачерское выражение. Я, кстати, не двачер, просто говорю, что я слышал это из двача. И от Флинт Флайт Агарта. То, что... Типа, каждый раз, когда вы говорите слово токсичность, у вас вагина не болит? Ну, в таком ключе, скажем так. Я все равно верю, что скоро завезут там живот. Тогда вопрос, что там осталось от Мефиреса тогда? Так ничего, просто говорящая голова. Которая подхватила непосредственно сам этот нарратив, то, что вот недоделанная игра. Но при этом он сделал ролик... Лайскай выпустил ролик 19 числа. Ну, имеется в виду, что типа Лайскай смонтировал. Меф кинул его в 19 число. И при этом таки... И все равно говорит, что нет, мое мнение по этому поводу не изменилось. Хотя, сука, и в комментариях разработчиков, и в этих футажах было видно, что улучшение есть.
Ну да ладно, давайте посмотрим все-таки ролик, а то я слишком часто обращаюсь к непосредственно самому чату, но мне с чатом, блин, интереснее разговаривать, чем слушать Никиту Мута. Водных, птиц и много чего еще. Даже, по-моему, кстати, в некоторых демках, по-моему, там и птица там летала, если вы видели. Как раз-таки я видел, да, птицы летали, есть. Это пока демо-версия. Оправдывайся тебе, да-да-да. Найди мои тогда анонимные посты. Ну не успел. Единственный девайс, которым я неиронично пользуюсь, это Фачан. Все. И то по той причине, что там интересные можно картиночки надыбать. Ну это они пока... То есть нет, они же не могут сразу показать все, ребят. Вот. Все просто не могут показать, это нереально. Тем более пока не делают. Эта игра выйдет вообще зимой, как я еще раз и говорил в предыдущем своем ролике реакции на Shadow Posers. Еще ссылка тоже, наверное, оставлю в описании, если не забуду. Если я забуду, ну, вы можете на канале. Ага, да, и трэш, жиротвэ, да, 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 все, Казаба меня раскусил, вот хитрец, а, вот подлюка. Вообще, Миферису прав. Где? Ну, я хочу просто послушать, если это не иронично. Приветики, здравствуйте, Flame Arrival. Жестко наделал полный унитаз Frontiers. Да. Просто у Мефа плохие очки, чтобы увидеть исправление. Действительно. Либо они там, не знаю, там у него специальный серый фильтр, как в Advanced Warfare. Специальный серый фильтр, как в Infinite Warfare. Во. Фачан, смотрите, среди нас элитарий, потребляющий западный контент. Найти, ну как раз. Кирилл, ты в очках? Не, я, к счастью, не в очках. У меня со зрением более-менее хорошо. За исключением, наверное, когда больше 10 метров, я... Некоторые буквы начинают немножко замыливаться. Ну а так у меня фокус Death of Field все нормально. Предыдущим идет. Так что вот. Игре вот просто не хватает контрастности. Вот если просто добавить контрастность, да, вот ей уже станет лучше. Я вот сейчас вот. Ну какой контрастность? Нормально выглядит. Просто ходишь, исследуешь, и что там делаешь. На самом деле, я просто этот ролик видел, но, чуваки, давайте еще раз уговор сделаем. Как насчет того, чтобы посмотреть Никиту Мута на один... На полторашку хотя бы. Я чуть не сказал 1.75, потому что, ну, блин, он медленно комментирует. Ну, черт. Хотя, в принципе, кто-то говорил, что можно попробовать на 2x. С чем я, в принципе, могу согласиться. Но главное, чтобы вы все понимали, как я понимаю, на 2x. Да, давай на полторашку. Давай, давай. Да, на Go 2x. Ну, сейчас посмотрим, у кого будет больше там, за какой вариант, я тогда и запущу. Никита Мута и Стоинс? Не знаю, к лору обращайтесь к Карбону или к Генри. Итак, ага, пока что я вижу на XXX. Все, принятое мной решение на полторашку. Что тут такого? Ну, это пока демо, ну. Может, скоро доделаю. Все-таки зимой же выйдет как-никак. Так вот хочу пофиксить, вот опять же, как я... Да, главный твой фокус доказывает, что сопись не Breath of the Wild. Фокус не дается. Факин пьян. Факир пьян. Да-да, расскажите. Константин Озеров, вот вы играли в Sonic Frontiers? Ну, когда докажете, что играли и что она Breath of the Wild, ну тогда все, поговорим с вами. Это было на X25? Чего? Да, в том-то и прикол. Конечно, на стриме-то я еще не сказать, что прям идеально быстро разговариваю, но все же у нас идет общение, мы что-то говорим, я пытаюсь говорить быстро, но Никита Мута смотрит ролик и потом немножко свои комментарии дает, тоже неуклюже, скажем так, как и я, к примеру. Но, блин, на это на, один, на нулевке, тем более на 1.25 смотреть тяжело. Я делал Sonic. Вы меня решили попытать? Черти, сука. Я хочу платить игру за 2 касания. Вообще кайф, блин. И, да, слушайте звуки этого чертового ВК. Теперь это можно смотреть. А, ну, с одной стороны, может, даже чуть лучше выглядит. Ну да, если цвета добавить, то... Ну, блин, может быть, просто они реализм хотят показать таким образом, кстати. Зачем им больше контрастности? Надо реализм. Реализм. Вот все, ладно. Дошел момент, когда я могу нормально комментировать. На самом деле, в чем прикол-то... Скажем так, цветовой палитры Sonic Frontiers. Она, да, приглушенная, но не сказать, что совсем серые цвета лезут с тех же... Если мы будем, к примеру, брать общую палитру. Но почему-то Меф, питерец, ему, видимо, кажется, что его погода и погода в Sonic Frontiers это одно и то же. Я не знаю, почему.
Поэтому я и сказал, что типа со цветокором все нормально. Типа, я показал даже пример, как выглядит нормальный цветокор. Типа приглушенный, но есть цвета нормальные. Но, блин, ну у нас Никита Мута тоже как графический дизайнер, я не знаю, кто он там. Ну, с другой стороны, тоже нормально, но, может, не реализм могут хотят показать. Нет, это называется просто упорный реализм. То есть, реалистичное освещение, ну, окружение в виде природы реалистичное, но, в принципе, все, что выбивается, это архитектура вот этого, да, с прямоугольными глифами, с треугольниками, которые как паттерн идут, скажем так, они образуются в треугольник иллюминати, да. Как говорил слово КПСС, у иллюминати квадратное очко, треугольное очко. Вот. То есть, именно что упор идет, но не сам реализм. Реализм, тогда играть, не знаю, в арму или в что-то еще. Душитесь там, ребят. Так, я не играл, конечно, но у меня есть много других качеств. Например, глаза на голове. А я вижу, что даже некоторые катсцены взяты. Ну да, да. Вот Миферецу тоже сделал выводы, что игра будет недоделанной. Наконец-то посмотрим, кто из вас будет прав. Так, Меф под солью смотрел тизер фронтов. Ну, под солями, скорее всего. А вот какие солями, там, не знаю, которые идут со спайс-смесями или под солями из пиццы, то решите сами. Так, Леон Конрад. Здравствуйте, по-моему, я вас где-то видел. А вот представь профсоюз докеров. Здравствуйте. А, это докеры ко мне пришли уже некоторые. Ну, прикольно. Ну, как петербуржец, я обижен, Миша. Да. Очень интересно, но можешь сказать это лично Мефу и лично ему дать по лицу? Знаете, я мог бы приехать на ССК, если все сложится идеально, и сказать: Меф, вот что ты напиздел, блядь, в своем ролике? Факты буквально у тебя лежат на поверхности, которые привыкают тебя. И пизделей, конечно, ему не дам, но посмотрю с осудительным взглядом. Все, что могу сказать. Так, это все большой референс на автодемо Винди Вэлли за Твичера 1. Ну да, кстати. Я играл, крутая игра, идет 120 FPS 4К. Классно, заебись. Кирилл, вот что ты пытаешься нам доказать? Мы сейчас смотрим базированного профессионала. Давай лучше послушаем его. Да, вы ж не меня пришли послушать, а решили. А какой смысл? Типа смотреть ролик на стриме, где комментирует другой человек на видео. Если я это комментировать не буду. Ну это ж неинтересно. Чем я буду заниматься? Я просто буду. Ну Мута, да, прав. Ну тут прав. Ну сами посудите. Блять. Тогда я буду жрать на камеру. Я тогда буду жрать в микрофон, и вы что со мной не сделаете. Посмотрим, давайте. Ну, смысл делать вот так. Пускай же серый, безжизненный, ну. Это можно сказать как. Погодите, я сейчас зачитаю. Константин Озеров. Мог бы он приехать и замахать его ножом с 5 метра. А, ну как говорю, ну так. Было бы забавно, конечно. Постапокалипсис, во. Это не могу выговорить, прошу прощения. Это просто как постапокалипсическая игра, как бы. Типа все, ни людей, ни живности, ничего. И вот по сюжету будет понятно, что как, почему. Верни, как было, не обнадеживай людей, а то сейчас новички какие-нибудь зайдут, типа, на стрим посмотреть на Sonic Frontiers, такие, вау, как игра клево выглядит. Выруби реально этот фильтр, я уже начинаю верить в то, что эта игра реально так выглядит. Серьезно. Да. Ландшафт? Ой, больные, вот честно скажу, да. Действительно ведут себя как-то странно. Ну, прошу прощения, ребят, но это так. Никак не завлекает. У меня нет, я... Константин Озеров. Я комментирую чат, потому что мне интересно разговаривать с людьми. А не смотреть Никиту Мута прямо сейчас. Блин, вы так его расхайпили, а при этом, сука, на себя уронил. При этом Рофлов пока что я что-то не чувствую. Если бы я сидел на противоположной стороне, типа говорил, что Sonic Frontiers говно, то да, я мог бы создать контент на этом. Точек интереса или каких-то увлекательных декораций. Разнообразие тоже отсутствует. Все сводится к банальному автоматическому платформингу для стартовой локации, которая должна... Ой, и ты туда же, а? Явно посмотрел на Shadow Boyzers, я так чувствую. Что там, да, автоматизация, вот это вот все. Знаешь, Мифересу, ты уже скатился, я сразу тебе скажу. Потому что ты раньше все-таки более уж как-то верил Сеге и Sonic Team и давал им шансы. А что сейчас? Чувствую, ты вообще с ума сошел с этим Соником. Или бы лучше отдохнуть, Мифересу. Отдохнуть вот, за передышку. Ёлки-палки. Взял бы хоть, не знаю, хороший бы, позитивный бы подел. А нет, сразу выложу видео с обсираниями и... Можно сказать, хейтом в сторону этой игры. Даже не даешь им шанс. Вот я, честно скажу, я даю им шанс, потому что выглядит вот просто круто. Большой открытый мир. Адекватные нормальные загадки. И враги прям просто сильные и прям вообще сложные. Да. Интересно, конечно, рассуждение. Давайте чату вернусь, да.
Многие вёрджены могут подумать, что приглушенный цветокор сделан ради мифической атмосферы. Действительно. Послушаем легенду, Кири. Я буду с вами спорить в любом случае. Мог бы он приехать, но это читал. Мечта детства отмудохать Мефа за слова про Фронтирс. Но на самом деле гениально отсылается гениальным, и это палитра отсылки GTA 4. О, спросите. Да, так подошло бы. Го. Живи, стань авокадо. Нет, спасибо, я худеть как раз пытаюсь. Так, я это читал. Был хороший ролик у Карбона про озвучку Омана, где он... А его нет, его! Он есть, просто на старом канале. По-моему. Но я не знаю, допустит ли он доступ. Допустит доступ, а? Отлично. У тебя был хороший ролик про Shadow Poses, и что в итоге он все равно пытается оправдаться. Нам нужны более жесткие меры. Я его бить не буду. Я только буду его оскорблять, если он не справится. Будет гнуть свою шизоидную линию. Так, привет. Здравствуйте, обилие Торбеков. Тут еще и постапокалипсис. Прям как в ответ. Да. Nuts Game Lifer, кстати, здравствуйте. Вы мне писали под вчерашним постом в сообществе. Кирюс смотрит мута, смотрящий Мефа. Комбо. Меня заставили, я не виноват. Постапокалипсис Соники. Ну да ж, никогда такого не было. В том же Кризис Сити. А, забудьте, его нет. А год скипать будешь до того, как он не начнет говорить. А че идея? Было бы забавно. Нифига, Никита мута поднял. Погнал нафиг. Без негативчика, да, без негативчика, пацаны. База, раунд. Это реально мой злой брат-близнец, даже в голос еще более мерзкий. Не знаю. Ну, не знаю, у кого как, у кого что болит. Тот о том и говорит. Меф скатился на релизе. Он еще при жизни, он при рождении еще скатил. Ну да, в принципе. В Питер попал, вот и скатился. Причем в российский Питер, не советский. Человек, который прошел Neon Genesis Evangelion в первый раз. Адекватные нормальные загадки. Для IQ 10 великие, особенно с кнопками. Nuts Game Lifer. Начнем с того, что мы по информации о этих загадках судим исключительно из футажей. Но даже в тех же комментариях Кишимото говорится, что они будут с каждым временем усложняться. Точнее, как сказать, загадки. Сама игра будет усложняться с каждым разом. Так что будем это судить на релизе. А пока что, как говорится, мое слово против вашего. Так, старого канала нету. Да ладно, врете. На старом канале по ссылке, вот, кстати, да, Джордж Казамба говорит про правду. Звука нет. Стоп, серьезно? Так как ролик сделан в плейсе? Нет. Канал удален, блин, сделай ремейк. А, блин, я не в курсе. Я сейчас думаю, почему у меня ролик заменился на ролик по рекомендации. Прикольно. Его нет. У нас уже большой шизоид, как это. А, у нас уже есть больной шизоид, как бы, и это Dark Sonic 1. Ну, как сказать. Он вообще сейчас не делает ролики, даже не по другим вещам. Ох уж, я отца, кажется, удалил. А, не знаю, что там, разбирайтесь сами. Слушай, грузинская мафия же не знает, как я выгляжу. Надо их развести, атаковать Мефа. Вот бы Dark Sonic 1 сделал ролик. Да никто тебя не заставлял, даже денег не дали. Но видишь, заставили. Да не так. Да, доброго писал. Правда, я ответа так и не увидел. Ну окей. Ну, чувак, я просто напишу это потом. Просто я стримлю, ну, на данный момент, а потом тебе все напишу. В принципе, мне есть что ответить, и можно даже поспорить. Еще один человек, который произносит мою фамилию неправильно. Торбеков тогда или Торбеков? На какое ударение на ваше фамилию нужно ставить? Или Адиль? Почему так много разрывных? Хочешь рофл, Кири? В реакции на Генри, когда появился Russell of Nature, Гилюта сказал, что знает, что его сравнивают с Армстронгом. Допустим, Кирьёс — Соник, а Мута — Сильвер. Я даже не знаю, как... Дайте контекст, потому что шутка для меня не читается.
Для папичи головоломки нормальные, сложноватые. О, сам Next Game Lifer здесь или Мистер Чел? Можешь хотя бы что сказать без ощущения, что ты что-то глотаешь? Немножко, я попрошу все-таки Али Реф Ченел немножко сдержаться в выражениях, потому что давайте сохранять более-менее культурную эту, культурное общение. А, вот, бекон. Ну да, фронтирцы. Загадки будут со временем усложняться. Прям как вот эта сука! Черт, блядь. Так пока головоломок не показали, то какой смысл их хвалить? Это ж в обе стороны работает. Ну вот, все, дождемся, посмотрим. А то, типа, загадки там сложные для этого. Но если в отношении Китамута, ну, не знаю, можно его оскорблять. Так, к чему негатив? Ну, то, читайте. А почему? А, не то. На Т. Толбиков, получается. Толбиков, окей. Тогда, тогда постараюсь запомнить. А, па-па-па-па. Никита так же крут, так, как Такаши Идзука. В игре будет сюжет, прям как в Ботве. Да, в игре есть перемещение, как в Ботве. О! С неба, как в Ботве. Ладно. Родион Пак, я же вроде как отвечал на вот этот вопрос по поводу типа самый нелюбимый аспект Neon Genesis Evangelion. Если вкратце, типа я перечислю то, что бюджет скурился к финалу и лор, скажем так, не такой проработанный, ну в принципе опять же из-за бюджета, это так сказать следствие. Ну ладно, давайте продолжим смотреть великолепнейший контент, который вы мне заставили смотреть. Но я как папич могу в определенный момент скипнуть нахуй. Так, ну-ка. Настолько сложно, что даже Форсес рядом не стоял. А быть лицом проекта — это плохой знак. И выглядит откровенно плохо. Блин, это у меня так разрешение? А, у него 720p, ладно. Нет никакой толком флоры, ни фауны. Только гребаная чайка, которая... Вот-вот-вот, кстати говоря. Вот хоть какая-то жизнь есть. Это просто пока демо-версия. Еще раз вам повторяю. Не удосужилась крыльями помахать для кадра. Единственный динамический объект на карте, который сразу бросается в глаза, это водопад. Может, конечно, я сейчас замахнулся, но... Ну, это как бы да, демо-версия, еще раз говорю. Да, прошу прощения, что повторяюсь, но это для того, чтобы вы поняли. Что может быть это, наверное, еще по сюжету. Может быть, этот тип, кстати говоря, кто украл его друзей, может, он и забрал их живность. А-ля Экзо Долфин на Sega Mega Drive, Sega Genesis. Если вы помните. Нихуя он умный, все, что могу сказать. Вспомнил пожилое говно на Sega Genesis, чтобы флексануть перед Мифиресом. Вот реально база. Вот. Ну сейчас да, база льется с краев. Вот это торнадо же специальное. Оно же засасывает всю жизнь как раз таки. Правильно? Правильно. Вот и тут, можно сказать, почти то же самое. Какая-то хрень прилетела, забрала не только друзей Соника, но и всю живность. И Сонику надо именно всех спасти и все восстановить. Это как постапокалипсис и... так далее. Ну как Форсес было вот в трейлере. Потому что нам тоже показали что-то типа постапокалипсиса, типа все, вообще все разрушено. Эггман такой, только типа торжествует почти победу, что он тут все разрушил. А тут вот Соник и Классик Соник. И тут самое главное, да, как он... Он что, слив попутал с фронтирцами? Это там про речь про то, что спидили животных? Наверное. Хрен знает. В комментариях никакого Классик Соника. Наконец-то. Хоть один этот Соник будет спасать всех. Надеюсь, что не буду делать уж прям... Не будут делать уже приоритет на буст, просто спокойное решение головоломок и просто там побеждать врагов и так далее. Чтобы было разнообразие. Не то, что в последних играх от Сеги. То, что из точки А в точку Б. По сравнению с тем же призраком Сусимы, где каждое дерево шелестит или отбрасывает листья, а трава сгибается от ветра, то этот open world до маразма статичен и мертв. Даже... Ну не знаю. Может быть скоро и сделают что-то типа жизни. Да, пока все люди прореагируют плохо на эту игру, ничего не сделают. А вообще, сейчас так говорю... Конечно. Пока многие люди не скажут уже, фу, какое говно, фу, переделайте. Ну, если вы помните, как было с Соником в кино. А как раз ужасный этот вид Соника был, помните? Помните, вот. А помните, кто на это повлиял? Думаете, фанаты? Нет, нихуя. Это нормисная комьюнити фильмов повлияло. Как раз та, которая основная была и аудитория для Соника в кино. Не, как бы мы тоже были частью этого движения, но, по-моему, зарешали далеко не мы. Вот, что-то я хотел почитать и... А, вот. Так и в классике животных скоммуниздили. А знаете, где еще скоммуниздили? В реальной жизни. Для зоопарка. Если это, конечно, еще не ферма. И тут началось такое... Погодите, я еще почитаю. Странно, что Меф сравнивал... Да,
Блять. Да вы пиздите, я не могу не молчать. Блять, серьезно, что я молчу? Я вам не верю, я, блядь, сейчас сам себя послушаю. Вы меня наебуете, скорее всего, черти. Вы меня наебуете. Да, наебуете, все. Сейчас скипну, все. Кого смотрим, что я пропустил? Здравствуйте, Евгений Гринько. Ой, Шеда забежал. Здравствуйте, Шеда. Спасибо за хороший стрим. Уже не молчит, да, я знаю. А, окей. На PS5 такая же, но Сусима — это игра на PS4. Странно, что Меф сравнивал с Сусимой, так как я видел графику на PS4. Меф, как можешь объяснить прорисовку прямо у тебя на глазах? И вот дикий хайп в сторону вот этого ужасного Соника, как его сейчас называют, Аглый Соник. И вот, как бы после того, как начали хейтерить, они все исправили, все. Написать, что да, окей, все исправим, и готово. Пока они сделают хейт, больше хейта на эту игру, ничего не сделают, конечно. Присутствующий. Вот я им, кстати, даю шанс, потому что, ну, игра выглядит просто вообще ух. Даже всей жизни немножко не хватает, но пускай, ничего страшного, это пока демо-версия. Может, скоро доделают. Мне так, знаете, мне просто послушалось так, как будто он сказал, как в реальной жизни не хватает. Блин, я не знаю. Объекты не делают картинку лучше. Например, возьмем вот эту лужицу. Она больше похожа на зеркало. Кирилл говорит, это не слышит, как гафатвия. Сука. Ну это, короче, я не буду говорить. Одно и то же. У нее не разлетаются брызги, когда Соник имеет честь наступить или пробежаться по... Короче, я молчу про это. Молчу. Не говоря уже о том, что Йоши не оставляет влажных следов. А я напомню, что игра предполагается быть нексгеновской. Мир должен хотя бы немножко подавать признаки жизни. О каком таком нексгене вы можете говорить, господа Sonic Team, когда вы не можете реализовать самые простейшие вещи? И самое хреновое, что уже за километры видны проблемы с постпроцессингом. Если у Sonic Colors Ultimate были проблемы с Блумом, то тут по какой-то причине дикий пересвет, когда Sonic уходит в тень, а дождь превращает все краски в серую... Пипец, мне просто нет слов. Однотонную кашу, делая и без того умную цветовую палитру еще скуднее. Стилистической целостностью игра тоже похвастаться не может. Мультяшная ядерно-синяя... Реалистичная прорисовка на PS4, вы шутите? До сих пор лица людей не могут делать правдоподобно. Вот с этим я не согласен на самом деле, потому что... Как бы это смешно не звучало, у Call of Duty с 8-го поколения консолей получается охуенно делать лица. Особенно ветка у... Infinity Ward, у них там с анимациями лица, это просто богоподобно получается. Infinite Warfare, MW19 года, там пиздец, там такой фотореализм. Так, сейчас я почитаю. Типа, у меня есть надежда, конечно, надеюсь, что это сволочь, которую мы последние твои веры, что Фунтик может быть, господи, дайте нам еще, блин, пишите чуть пограмотнее, пожалуйста. Это я про Соник написал. Ну да, я понял, тут типа есть надежда на Sonic Frontiers. Мне мута эмоциями напоминает эти мемы, где ностальгирующий критик вопит и орёт. Ну да. Язык жестов. Великий Цейват Йерли. Мы все проебали, действительно. Ну, колда — это понятно, дедов всегда легко делать. Так, мута есть личинка ностальгирующая критика. Как тебе экранизация Берсерка 97-го года? Что, хорошая эта экранизация, правда, не хватает там анимации, скажем так. Но, в принципе, там интересно его смотреть даже не столько за боевку, сколько за режиссуру. Хотя я не согласен с тем фактом, что, типа, почему там оставили битву с одной сотней против Гатса? Ну, а как нужно объяснить тот факт, что Гатс умудрился разъебать в... Сейчас будет спойлер. В затмении... Хотел сказать, и на пришеленцев, демонов, апостолов. Типа, а чё, просто так решил взять и... и зарешать? Ну да ладно. Линия модель Соника не вписывается в реалистичный мир с приглушенными красками. Как будто они взяли неиспользованные локации из Фэнтези. Колда скатилась. Колда скатилась с 18 года, прошу заметить. Star Online? Не тогда, когда нормизы начали ныть насчет того, что... Эй! В MW3 графика хуже, чем в Battlefield 3. Потом, на самом деле, эта же самая же графика в Battlefield 3 нормально запускается на PS3 и Xbox 360. А в то время как колда на этих консолях идет 60 FPS. Правда, конечно, у них там графика никогда не всегда была прям охуенной, но все же. А знаете, почему она скатилась? Потому что Battle Royale появился, который начал говорить, что, знаешь, вот, конечно, мультиплеер это заебись, но Battle Royale... Пичи, надо деньги на нем лутать. Вот по этой причине он скатился. Вот.
Ань, запихнули их в движок Forces, и вуаля, новая вам игра. Дизайн локаций не побуждает игрока к исследованию и никак за это не поощряет. Например, вот Соник долго сбирается вверх по стене башни, а ее вершина встречает нас ни хрена. Стилистика мира, откровенно говоря, скучная. Вокруг сплошные руины, скалы и равнины. Эти развалины не отсылаются к какой-то... Что такое панзер? Панзер с немецкого, если не ошибаюсь, это... Так, не, у нас есть панцер Шрек, это гроза танков, а есть панцер отдельно, это танк, вот. Так как у нас Никита Мута танкист, поэтому назвал себя панзер. Видимо, обожает технику Третьего Рейха, это стоит задуматься об этом. Так, ну, броня, танк, ну да, вот, правильно говорят. Так, батлы крутые сделали специально для группы Slaughters to Prevail, которые через 20 лет сделали трек с клипом «Завали ебал», где клип состоит в футаже Берсерка. Кстати, прикольный клип, согласен. Особенно, когда начинает на русском пиздеть. Колда существует, чтобы ютуберы снимали ролики, что колда кал. Да. Почему люди ненавидят... Да. Люди ненавидят колду, но продолжают в нее играть. А потому что есть два типа людей. Я бы даже сказал три людей. Типа, есть те, кто не играет в колду, но каждый раз ее срут. Среди них, кстати, есть шифтов, хоть он и играет в колду, но играет в нее нихуя не активно. Второй тип — это те, кто играют, и свое мнение вообще про эту игру не говорят, просто покупают ее тоннами. И третий тип — это ютуб-блогеры, которые говорят, что ну вот, колда скатилась, но продолжают в нее играть. Ну, типа, если вы не хотите поддерживать вот этот пиздец, хотя бы начали бы просто ролики про нее снимать. В плане того, что, типа, вот, там какой-то этот гайд на эту хрень, то-то-то, пара-па. Типа, максимально убить хайп для колды, чтобы она начала хоть что-то нормально себе представлять. Но надеюсь хотя бы, что после провала Вангарда колда от Триарч выебет, хотел сказать, DTP, ну, в принципе, да, и адептов МВ-19 года, чтобы они себя обоссались, блять. Они хотели NextGen, ну что ж, они увидят этот NextGen в 2024 году. Вот. Не Рейха, а первого Рейхсмата. Ну ладно. Для этого, Кириос, надо для этого обратить внимание на аутер нашей легенды. Поп умыл? Так точно. Стокгольмский синдром. Колда существует, чтобы у меня было к чему... Было с чем путать к батлу. Был, короче... В принципе, он и есть. Короче, я видел одного чела, который на полном серьезе написал, что он не различает колду, Overwatch и батлу. Выводы делайте сами, насколько он геймер. Ну, мне мультиплеер Crysis 3.2 понравился больше колды в свое время, сейчас я не знаю. Так как в мульти Black Ops давно не играл, но хотелось бы. В принципе, можно вернуться, поскольку появились пиратские эти сервисы, которые, во-первых, оптимизируют игру, во-вторых, делают нормальный этот кастомный сервер, что можно поиграть. Вангард же вроде как все равно собрал продажи онлайн. Провалился с точки зрения рейтинга? Нет, на рейтинг им тоже насрать. Прикол в том, что Вангард продал за хуже остальных. Это как с Infinity Warfare. Infinite Warfare. Она типа вроде и набрала нормально. Даже больше, чем обоссанная Battlefield 1. Но в любом случае недостаточно. Поэтому и Black Ops 3 дольше поддерживали, чем обычно. И яро продвигали именно непосредственно эту хрень с ремастером Call of Duty 4. Какой-то конкретной культуре. Однако же, если вы идете этим путем, то и дизайн надо делать настолько запоминающимся, чтобы вам захотелось узнать историю этих самых развалин. Но здесь, что мы видим, стандартную груду камней без какой-либо истории. Так... Ай, вот честно, да, действительно, Мифирес вообще скатился. Вот честно скажу, я сейчас смотрю, просто я офигею. Ай, не понимаю, что это всего-навсего демо-версия, блин, это как бета-версия игры, ну что тут такого, ну... Чего, блин, сразу обсирать-то? Может, пока просто примерный показ этой игры, как-то будет примерно выглядеть. А потом-то все-таки доделают и покажут нам уже полную версию игры Sonic Frontiers. И такие, вау, скажут, это топ игра, 10 из 10, всем такие лайки, ух. А сейчас чё это сразу зарепелились-то, я не знаю, как правильно сказать. Чё все разозлились сразу? Ну, начали хейтить эту игру, не дают шанса. Вот я, еще раз вам повторяюсь, даю этой игре один шанс, потому что, ну, игра выглядит просто офигенно. Вот правда. Ай, просто нет слов. И это Мифиресу, ребят, дамы и господа. Мифиресу. Пожалуйста, блин. Да он тогда, можно сказать, такие хорошие, адекватные видео делал без хейта и без всего. И что теперь? Он тоже превращается в того Соника-блогера, который хейтит каждую игру. Все. Это как бывший темный ежик, блин. Ёлки-палки.
По-моему, он спутал Dark Sonic 1, ну да ладно. Я сейчас решил вернуться с сообщением этого Евгениуса. Интересно, а будет ли история с жопами Ферес? Надо спросить Марии Темных, она, наверное, больше в этом разбирается. Я хочу Black Ops 3 по подписке PS5, вряд ли. А, так, о, там Flame Rival, да, привет передается этому другому чуваку. Так-так-так, миф уже не торт, согласен. Хотя, в принципе, когда он был тортом? Он, сука, человек, блядь. Так, ага. Они все собирают плохие на том же метеокритике, но вдруг в этот раз там еще хуже. Не чекал, просто спрой. Да они, в принципе, все собирают эти негативные отзывы, просто потому что метакритик — это ебаная помойка. Давайте признаем честно. Вот чем она, какую она имеет ценность, если она предоставляет любому, прошу заметить, любому пользователю, не имеющий копию, верифицированную через этот, свою продажу, так сказать, покупку, писать любую срань, занижать оценки и говорить, что, ну, бля, это 0 из 10, типа, не покупаем. Да, расскажите, блядь. В Steam хотя бы можно сначала пройти, потом уже поставить оценку негативную. Хотя там тоже какой-то долбоебский ревью-бомбик присутствует, когда какая-нибудь игра, к примеру, я уже не помню, из-за каких-то действий начинает получать этот... Хотел сказать, это привилегия. Получать негативную оценку. О. Или кто там еще хейтерил игры-то? Многие еще тоже хейтерили игры. А что? Вот так вот. Видишь, что видите? То же самое. Ай, Мифересу. Что с тобой не так? А раньше ты все-таки, может, нормально же описывал игры и давал им шанс. Так, а раньше Metal Gear Rising все ненавидели, а сейчас полюбили. Объясните, как это работает? Не знаю. Я не... На выходе я просто не видел, чтобы кто-то ее ненавидел. Да я, в принципе, тогда не знал, что эта игра существует. Так что я не могу это объяснить. Но, в принципе, я думаю, что игра стала культовой в определенный момент. Вот и полюбили. Трансы. Не хейтерил, можно сказать, ни разу. Ну, может, было дело, но это так, редко. А тут, что мы видим? Пипец просто. Ой... Какие себя даже Microsoft не поставят на обои Windows. Визуальное повествование тут на нуле. К наполняемости мира тоже есть вопросики. Хоть какого-то намека на интересные коллектиблсы, сундуки и лут пока не наблюдается. Из того... Ну да, тем более самое такое слово «пока». Пока не наблюдается. Потому что, ну, потом, может быть, доделают и подавают всяких бонусов и всяких таких вещей. Это пока просто вот... Это, может, показали нам карту. Вот, да, заспорили нам карту. Как это будет выглядеть вообще игра вот с картой вот этого. Ну, короче, вот это поле. И тем более врагов еще показали, какими будут. Что еще нам показали? Ну, вот эти загадки показали. Секунду, я сейчас вернусь. Потому что... Ну реально, ничего комментировать. Я с вами хочу общаться, ребята, бля. Меф бы лучше продолжал делать топы про сексуальных персонажей. Ну да, пусть берут пример с Чуши. Так, вставай, товарищ. Пришло время маленькой мести. Да, замечательный войслайн. Угу. Так, ага, мемы. Так, бенгер. МГР не приняли на релизе, потому что все ждали МГС 5. Тут какой-то кринж. Но прошло время, игру распробовали. Вы хорошо располагаете к информации, мне просто интересно. Мало ли. Просто тоже я могу так судить. Почему? Спасибо за ответы, кстати. Я очень надеюсь, что когда-нибудь твоя такая ситуация будет с Sonic Unleashed. Какая примерно? Я просто хочу контекста не понять, это располагать. А, именно про МГР, а не про оригинальный Metal Gear. Понятно. Ну, нет, эта игра уже пережила свое, скажем так, определенное это время, что типа, вот теперь ее тоже называют недооцененной классикой, лучшей 3D игрой по Сонику, но я скажу только одно, люди, блять, вы после Forces решили за место опроса посредственности восхвалять и говорить, что это лучшая игра, которая является на самом деле средней. Которую нам надо будет решать и так далее. Сейчас, кстати, почекаю, что у меня там в Дискорде написали. Блять, чувак, ты меня заебал. Все, что могу сказать. Блять, у меня есть один чел, который пишет, блять, каждую хуйню, типа, здорово, как дела, здорово, как дела, здорово. Хуй на, блять, все, что могу сказать. Заебывают порой. Так что считай, вот, половину показали.
Ну и чуть-чуть сюжета нам показали, затем чуть-чуть. Ну это ладно, но этого хватает. Понять, чего и как. Так что вот. Что нам показали, есть какие-то монетки, привычные нам кольца, ромбики, судя по всему, это экспа и сердца. Вероятнее, собиралок будет больше, однако все они... Ну да, будут еще больше, кстати говоря, больше сокровищ. При этом почти незаметны и просто теряются на фоне огромного однообразного мира. Кто вообще после первого просмотра ролика смог перечислить все, что игра предлагает собирать? Ну я... Недооцененный шедевр на релизе, случаем не про Spec Ops The Line? Не, тут про Unleashed говорят. Ну а по-моему, когда там, в 19-20 году... Я точно цифры не помню, но как раз после выхода Forces начали форсить тему про недооцененный Unleashed. Буквально, правда? Типа, как там говорил Казамбе, что будет, если Соник встретит Джокера? А надо сделать так. Что будет с Соникофаном, если он встретит Sonic Forces? Sonic Forces, при том том, что эта игра действительно посредственная или средняковая, но... Так, таких ПТСР флешбеков оставлять каждому, кто ее пройдет, я не знаю, какая еще игра может оставить. Да, как будто насрали. Так, что, Unleashed это средняк, лучшая недооцененная классика это Adventure, по-другому никак. Буст это дунятина. Ладно. Каждому, тоже, кстати, как говорится, каждому свое. Не смог пересчитать, наверное. Потому что действительно их много, люто много. Но это круто, кстати. Может это будет использоваться для какого-либо апгрейда или покупки, я не знаю, каких-нибудь... обилок, что ли, способностей. Вот, кстати говоря, если вы помните по видео, то, что я реагировал, как раз таки боевка хорошая, и всякие вот эти вот, как его, всякие трюки и способности новые есть. Как раз таки, наверное, да, будет специальная шкала, при которой заполнится, и можно будет какую-то спецуху сделать. Вот так я так чувствую будет. И все будет шкала специальная. Но нам пока не показали, да, вот это вот специальные вещи, как худ. Он называет худ или хат. Так что, действительно, да. Нам вот вскоре покажут, может быть, заспойлерят. Чтобы посмотреть, как это выглядит, вот эти специальные шкалы-то. Энергии или жизни, или еще чего-нибудь. Посмотрим. Только не знаю, Соника будет ли шкала. Кстати, секунду. Меня вот зацепило это сообщение Мугинза. Форсит тему, что Анла крутая, ибо Дарк так сказал, ибо он еще сказал, что вот раньше не было детских слэшеров. Ага. Крэш против Титанов, который вышел год назад, чем Анла. Ну... Я в эту игру играл, кого, честно, тут еще? Бекон, это в СНГ, это как там у Угров, не знаю, но там, очевидно, все началось раньше. Мы, это Казума пишет, мы все тут любим как минимум первый СА-1, понял? Так, Crash с Титанами, это экшен-адвенчер, но не слэшер. Ну, кстати, больше на битэмам похоже, чем. Но мне нужно вспомнить, блин, Crash Over Mutants или там, типа... Что-то такое. Ну это срань, я не хочу к этому прикасаться, блять. О жизни, вот кстати говоря. Например, будешь врезаться? А, хотя... Или нет? Ну посмотрим. Особенно хочется... Поживем, увидим. ...видеть экспу, представленную в виде синих ромбиков. Они слишком мелкие, и глаза очень тяжело их цепляют. Для сравнения, в том же Sonic Unleashed экспу можно было легко увидеть даже на больших расстояниях. А, ну вот кстати, да, шкала, да, Unleashed есть, и жизни... у Верехога. А обычно у Соника, по-моему, нету. Или есть. Еще один интересный момент. Сбор всех коллектиблсов автоматизирован. Вам не нужно самим нажимать на кнопку сбора, чтобы подобрать предмет. Вас... Ну да, как в предыдущих играх про Соника и подобное, но это да. В принципе, такой штуки никогда, наверное, не добавят, что прям самим как-то нажимать на специальную кнопку. Можно. Это было сделано для сохранения динамики. А вот хорошо это или плохо, вот хер узнает. Левел дизайн в целом... У меня вопрос, зачем мы вообще смотрим этого чела? Знаешь, уже все люди забыли, но... Как стоит мне сейчас вырубить его, то все, начнется это паника, блядь. Я уверен, что скажут, да нет, ты чё, смотрим дальше, и они пойдут по своим делам. Смотри, ба... Да я его смотрел, да что ж такое, да блядь, чё мне говорить с ним? Давайте что-нибудь кринжовое. С тем, что можно спорить. Но чем спорить мне тут с этим Никита Мута? Он сделал свой реакцию, да? Я, типа, не против его стороны, скажем так, не выступая оппонентом, типа, то, что Фронтирс говно. Можете выразить так, что Кирилл сказал, что Фронтирс говно. Там дальше веселее будет. Давай смотреть обзор на СА-2. В принципе, идея хорошая, кстати. Там-то у меня жопа может сгореть гораздо лучше. Я как смотревший уверяю... Какая будет уверенность? Мне просто интересно, где вот начнется момент, когда я буду орать от смеха, да?
Я все, конечно, понимаю, но мне скучно смотреть этого челебоса. Позерса тоже смотреть, но это вместе, в принципе, смотреть можно, чтобы тоже атмосферу создавать. Да, кстати, а нужны ли слэшеры детям? Даже Rising, что делали с оглядкой на фанатов игры Кодзимы, фильтрует взрослую аудиторию. Битэмап еще можно продать детям. Кстати, да. Ладно, давайте продолжим просмотр. В общем, чуваки, скажу так. Мы, может, в принципе, и досмотрим, но я сейчас остановлюсь на половине этого ролика, либо же на 20-й минуте, потому что, ну серьезно, смотреть его! Полон странных решений. Вот вам пружина, запускающая Соника мордой в стену. Мимо ускорителя. Парящие в небе платформы, не привязанные ни к одной опоре. И ведущие от них... Ну это, наверное, да, для того, чтобы именно наверх забраться. По какой-нибудь штуке, которая рядом находится. И потом можно будет туда попасть, на эти платформы, как раз таки. Никуда, рельсы. Рельсы — это отдельная тема. Зачем они вообще здесь? Они выглядят уродливо, нелепо и просто портят и без того серую картину мира. Возникает вопрос к их уместности. Наличие рельс должно быть логически объяснено ландшафтом. Ну потом объяснят, куда, чё, к чему. Это всё-таки пока демо. Тем более, что тут как бы делается упор на более реалистичный мир. Да, господа Sonic Team, да? Да, Мифирезу, блядь! Надоел уже. Задолбал ты меня уже, честно скажу. Мифирезу. Вот это, конечно, было неожиданно. Тереть игру, хватит! Это демо-версия, блин! Сколько раз повторять-то? Я уже не могу. Это мой хуй, блядь! И скоро сейчас матом начну говорить на тебя, Мифирез. Что с тобой не так? Давай, сделай контент, может я вообще досмотрю, если начнется такой бомбеж. Что с тобой не так, ну? Ты же дурачишь же игры, можно сказать, благословил, можно так сказать. А что сейчас? Чуть-чуть сразу... Говно. Так что правда, Мифиесу? Я скоро выйду на кукушку ставить, что это ранний билд. Все, с этого момента интересно начинается. Если так, то я подумаю. Просто понимаете, 20 минут... Ну, почти, ладно, пизжу. 18 минут терпеть, что он такой. Ну так надо. Вот если вот это с самого начала было, а то он, блин, разогревается... Пол ролика, а я уверен, что половина людей это не досмотрели до этого момента. Неужели мы сейчас найдем тот самый вкусный момент? Но перед этим я хочу себе что-нибудь попить налить, потому что пить хочется сильно. Секунду. Все, я вернулся. Надеюсь, с этого момента мы разгонимся, потому что, ну, блядь, серьезно, смотреть, как он спокойно... Ну что это так делать? Ну почему так, Мифирез? Ты же был заебись. Нет, он никогда не был заебись, он просто предприимчивый жадный хуй. Ты что могу сказать? Иначе бы он просто не пиарил свой канал через Sonic All Characters. Давайте я почитаю, что вы там написали. Я хочу больше ора. Мы с Мефом это видим, да, я слышу это. Классно, я вообще провожу сейчас время. Вместо того, чтобы рисовать заказ, сижу здесь и чилю. Ну, можешь пойти. Я просто не задерживаю. Если только интересно. Вам понравилось? А чё в телеге? Ну-ка. Сколько ты будешь хейтерить-то, ё-моё? Вот ей-богу. Вот получается, превращается в типичного Соника-блогера. А раньше-то он всё-таки как бы самый главный был, можно сказать, из всех Соника-блогеров. Он же был самый такой новостной и... Везде... Так, секунду. Послушаем голосовую хиказумбы. Включай мута, это реально кал. Вот все, кто просил включить Никиту Мута, вы больные мудаки. Вас надо расстреливать. Или даже так, вас надо отправлять вот в Турцию или же еще какую-нибудь соседнюю страну, чтобы вы воевали за Курдистан. Хоть как-то пригодитесь. Максимально осуждаю. Ну, может, сейчас будет получше, чем в нынешних, чем прошло 18 минут, но, скорее всего, мы этот контент смотрим подольше. Я тут не бугурчусь из-за того, что, блин, ничего не происходит. Где собираешь информацию? У них все-таки даже официальная группа ВКонтакте есть, Sonic Adult Characters, который, можно сказать, как официальная, можно сказать, группа по Сонику, прям самая официальная, среди официальных.
Вот сразу скажу. Потому что всегда нас радуют новостями по Сонику и не только. Потому что все остальные, они просто берут оттуда информацию, и все. И вот, и нам рассказывают. Вот так. Благодаря только Сааку. Может так. Вырезки с ним смешнее его самого. Надо было хайлайт сделать, чтобы я, блядь, поржал. А не просто сидел и ждал в ожидании чуда. Так сказать, все знаем о Сонике. Благодаря им. Самое официальное. Ну вот Пойзер говорит, что лучше брать стелс-ченнела. Но ведь не будет такой ситуации, когда один из их сотрудников, Даки, начнет пиздеть в открытую насчет того, что он обладает информацией по поводу Sonic Frontiers. Сука. Ой, Мифересу, что с тобой не так? Я вообще тебя не понимаю. А раньше-то ты же совершенно другую песню пел. Вот честно. Вообще. Ну, знаешь, как можно еще пофиксить Sonic Frontiers? Выключить. Иди нахуй, Мифересу хотел сказать. Иди нахуй, Филинов, блядь. Знаете... Фильм все это время, когда даже показывали Frontiers на Nintendo Direct, у него ебало было кирпичное. То есть, такое ощущение, он решил вжиться в образ, блядь, хейтера Соников. Типа, ладно, еще Force, можно понять, да? Типа, челу не понравилось то, что показали. Блядь, Frontiers, он, походу, решил идти по пути злодея до конца. Ну, в принципе, мы его обоссым, блядь, когда-нибудь. Разрабатывать его на... Сразу скажу, да. Пожалуй, еще на его стримы, не на его качество. Ну, я имею в виду по поводу то, что он ведет себя очень плохо. Вот так. То, что зовет еще нескольких людей, это получается Light Sky. А... Меня Филинов на одном стриме вообще послал. Какой же невоспитанный 30-летний чел. Ну, как сказать... Не, то, что он сибиряк, это вряд ли можно назвать оскорблением по одной простой причине. Ну, типа, из Сибири там достаточно интересные люди появляются. Например, тот же Пушной. Хотя, в принципе, у него есть одна деталь, которая мне особо нравится, ну да ладно. Но, в принципе, я думаю, Филинов по этой же причине переехал в Питер, чтобы нудеть, блять, у себя там в Питере, строить из себя дохуя умного человека. Вот. Антон Филинов и так далее. А раньше-то он стримил один, если вы помните. Он же все-таки всегда один. А зачем обоссывать? Человек хочет так думать, пускай. Как будто он собирается агитацию занижать рейтинг играм. Это по поводу метакритики, метакритика, ну, обоссывать, я уже просто не помню контекст, так что, если вам не сложно, то давайте киньте мне. Стримил. Уточнялку. Всегда один делал шутки. Всегда один все делал. Один. А. Человек хочет так, пускай думает, ну, в чем моя проблема даже с такими, типа, ну, это ж его мнение, а что его мнение, судя бы? Мнение можно создать даже... По одной простой причине, оно может быть неверно в плане аргументации, позиции, совокупности каких-то еще вещей, типа то, что, ну, к примеру, мнение о том, что Forces, блядь, худшая игра на свете, блядь, или просто худшая игра во вселенной Соника, может быть ошибочной даже исходя из его аргументации. Потому что я смотрел обзор Антона Филинова вместе с Казанбой на Forces, и там он часть информации из самого Forces, причем, замечу, не... разработчиков, не какое-то другое еще место. Опросы из игры не воспринимает. Он просто пропускает и... что такое? Вот. Да, кстати, самый плохой аргумент, это и мое мнение. Я... Так кто, блядь, не пишет, нахуй. Я бы мог... Я этой логикой распоряжался до 2022 года, но я заебался, честно говоря, как терпило сидеть, смотреть, что у нас один тот же нарратив. Поэтому я выпускаю Эчев не бомбит. Ну, в принципе, это даже в принципе логично, потому что на любое действие найдется противодействие. Типа, в любом случае, рано или поздно заебет этот устоявшийся нарратив. Нам как бы хочется, чтобы люди, помимо того, что просто срали жопой, умело пользовались бумажкой. Вот. Это уже цитата Казанбы. Ох. Проблема, что Филинов популярный в определенных кругах блогер, и если он будет распространять бред насчет Frontiers, в это поверит и тоже будет распространять. Ну, кстати, да, потому что Культас, блядь, ссылался на Филинова. А у него тоже, простите, аудитория хотя бы и смешная, в том плане, что его смотрят, чтобы пошутить про воду. Но, скорее всего, прислушаются, что типа, о, ну, раз Соник решает, то, наверное, послушаем это, Культаса. Вот. Господи, блин. Раз он говорит, что Филинов шарит, тогда послушаемся и перейдем на его канал. Вертолет ебаный, блять, тоже на Филинов ссылается и, в принципе, является его лучшим другом, наверное.
Вот. Так что какой смысл, блядь, говорить, что это его мнение, если это мнение порождает неправильное это восприятие непосредственно самой игры? Вот. Все, что я могу сказать. Дим. Не в том плане, что неправильное, то есть в том плане, что типа игру есть за что ругать, но на это, в принципе, не обращать внимания. И в том же ключе не обращать внимания на очевидные плюсы. Вот. То есть, если это обзор, то надо делать его, блин, нормально. В том плане, что, типа, у тебя может быть своя подача, но при этом обозреть ты должен как хорошее, так и плохое. Не перетягивая что-то во что-то уже одно или другое. Вот. Кто-нибудь его помнит? Ну, как видишь, я помню, но лучше бы его YouTube забанил по определенным причинам, да ладно. Я не буду в это место лезть, так что давайте тоже не полезем. Будьте хорошими паиками. Целую. Ему никто не был нужен-то. А что сейчас? Культас, житель, лабиринт зон, акватик руин и гидросити. По поводу популярности, тут проблема скорее в людях, которые слушают его, а не в самом человеке. Ну, раз так, знаешь, это уже следствие, это не проблема, потому что, окей, люди там слушают определенное мнение, а почему не должно существовать другое мнение? Как говорится, раз в контексте людей говорим, то, типа, сколько людей, столько и мнений. Я могу, к примеру, за его мнение срать, и будет мое мнение, что мне Филинов не нравится. Вот. Привязался, блин, к Ладьскаю и остальным. И пожалуйста, пожалуйста. Да Ладьскай это просто лох ебан. Но давайте ради уважения к Никите Мута, Гилюта, послушаем, что там говорю полностью. Пожалуй, еще на его стримы, не на его качество. Ну, я имею в виду по поводу то, что он ведет себя очень плохо, вот так. То, что зовет еще нескольких людей, это получается Ладьскай, Антон Филинов и так далее. А раньше-то он стримил один, если вы помните. Он же все-таки всегда один стримил. Не, вот тут Филинов, блядь. Никак он меня не отпускает. Тут Никита Мута антибазу вещает, потому что Меф собирался с другими людьми. Правда, это просто было не на его площадке. Ну, прохождение провайдера TH, в принципе, люди должны хотя бы по верхам знать, да? Там и Фильнов был, блять, и Меф, и провайдер, как ни странно. Вот, такие дела. Всегда один делал шутки. Всегда один все делал. Один. Ему никто не был нужен так. А, ну, в этом плане создания контента, ладно, тогда забираю базар обратно. Кирия, можешь в друзьях ВК добавить? Нужно тебе в ЛС великую драму с Гилю закинуть. Фамилия Рубин, найдешь. Окей. Сейчас. Здравствуйте, Хейхачи Кастови. Здравствуйте. Надеюсь, у вас все хорошо. Начали за здравие, кончили за упокой. Действительно. Привязался, блин, к Ладьскаю и остальным. Пожалуйста, пожалуйста. Меф когда-то был аддоном прохождения провайдера, если уж точно на то пошло. Ну да, ну, видишь, я тут ошибся на самом деле, то, что типа он не собирался ни с кем вместе, но в плане... Ну, он был, говорил это в плане того, что на своем канале собирался, все один делал раньше. А теперь у него типа подсосы появились ебаные. Ой, вот реально, мне уже это бесит, вот честно скажу. Потому что, ну, раньше стримы были вот более лучше, более ламповыми. Шутки даже его были просто офигенными. Чего стоит лагающий Мифересу, который все время лагал. А-ва-ва-ва-ва-ва-ва, вот это вот. Ну, это действительно смешная шутка, но даже не было придумано. Гад за, блядь. И всякие его лаги, и так далее. Че еще? Ну, вот эти, которые 18+, ну, такие себе, честно скажу. Ну, и то, что он участвовал в Мифересу в роликах. Ой, то есть нет, то, что в роликах этого Антона Филинова участвовал в Мифересу, тоже были шутки топовыми. Ну, а потом, когда уже стримы стали уже совместными, можно так назвать, то, что он зовет и Ладьская, и многих других. И вот, пожалуйста, пожалуйста, началось всякие шумы, 18+, темы многие. Получается, превращается... Не, тут я вернусь, что он говорит антибазу, блядь. Потому что Мифереса на других площадках шутил про писюны, блядь. Что заставляло задуматься, чем он там занимается, блядь, свободное время. Ну да ладно. Так, Кири, может... А, сейчас я добавлю, просто надо с... Не палить, скажем так, страничку и зайти с этого... Телефона, секундочку. Я напишу просто ВК. А, ВК, говна, пирога. О, Никита, да, я писал, ты писал об этом. Начали здравие, Меф когда-то, да, отлично. Все, рад, что у вас все хорошо. Если Dark Sonic 1 вернется в этом году, я устрою ему, то я ему устрою профилактику больному.
А, больную профилактику. Никита что-то еще интересное скажет? Ну, не знаю, блин, ну... пока что, знаете... сейчас добавлю обязательно. Добавляем. Добавить. В общем, в чем прикол? Типа, один раз у него жопа сгорела, и буквально качелями, блять, меня просто, видимо, разводит, то, что там будет что-то интересное. Пиздите, блять. Дальше. Возвращается в Сумочкина, вот так. Да, Сумочкина 2.0. Вау. Ну ладно. Вот получается, на Миференсу как раз таки есть вот этот вот Сумочкин версия 2.0. Вот прям точно. Прям точно. Вот так копируют. Ай, хотя я вот этого вот Сумочкина тоже ненавижу. За его вот эти маты, шумы и вот это вот всего. Спасибо большое. Чувак, который мне добавился в ВК. Я не перебор, перебарщиваю. Unreal Engine 5. Да нет, ну ты что, упал что ли? Он не потянет, сколько рельс. Давайте вспомним тоже Sonic Heroes. О, сравнил Heroes, конечно. Там-то все-таки три персонажа участвуют, а там же Sonic 1. Я даже не знаю, будет ли, так же как в Heroes, кстати, совместные действия. Хотя, наверное, вряд ли, потому что, ну, хз. Не... Блин, ну, Никита, да, слушай аргумент, там, скорее всего, про рельсы говорится, блядь. Лучше не повторять, наверное, былые вот эти штуки. Посмотрим, посмотрим. PlayStation — идеальный пример того, как идею можно логически реализовать. А для чего рельсы налепили здесь? Вот вспомнил бы, кстати, Sonic Generations, кстати говоря, потому что, как бы, ассоциация идет именно с Generations. Потому что, да, там тоже рельсы были, я это точно помню. И вот, а сравнил с Heroes. В Heroes-то, понятно, где по-другому все. Тем более, там три персонажа, три, ёлки-палки, а тут один. Тут ассоциация с Generations. Максимально антибаза от Никиты Мута, все. Я буду в контрах с теми, кто мне порекомендовал посмотреть Никиту Мута, все. Максимально антибаза, блядь. Вы вот хотели, то, чтобы я это... О, Калиб, здравствуйте. Приветствую. На нашем стриме. Надеюсь, у вас все хорошо. Как дела? Ваши дела? Блин, надо было в другом порядке, ну да ладно. Вот. В чем максимальная антибаза? Типа, я не помню, в чем плане говорил про рельсы. Типа, то, что они стилизованные. Ну, в принципе, и Forces, и Frontiers они стилизованные. Там, если просто посмотреть в скриншотах, у них даже свой узор есть. Это, во-первых. Во-вторых, надо было пинать мефа за то, что... Ну, это в видео Лайвона было, то, что, типа, рельсы, типа, все равно из нихуя это не прикреплены, и все равно ёжик спокойно по этим длинным рельсам скользит. У меня, конечно, была другая тема, насчет того, что не в визуализации, а непосредственно в том, как геймплейные особенности. То есть, в Bullet Station ты либо летишь из пушки, либо скользишь по рельсам. А в Sonic Frontiers ты выбираешь либо на рельсах, либо ножками бегаешь. Вот. Может, посмотрим что-то другое. Какой ты вежливый. Не знаю. Только проснулся, дело нормально, а тут, походу, максимальная антибаза. Бывает, бывает. Ну, блин. Короче, чуваки, ну, блин, серьезно. Это смотреть тяжело. Я не могу, отпустить меня. Я не хочу смотреть, блин, 20... Еще, блин, 20 минут Никиты Мута. Ну это, блядь, издевательство. Надо призвать Жохова из мемов. Да, мемов про шашлыки, блядь. Потому что, ну, блин, ну это смотреть неинтересно, ну, блядь. Next умер, печально. Чувак, ну не надо так сильно троллить этого. Next Game Life. О, господи, боже мой. Да. Все, я продолжу смотреть Никиту Мута. Только либо в хайлайтах, либо... Я даже не знаю как. За деньги вряд ли просить буду. Потому что я не жадная свинья. Вот. А то я задушился, честно говоря, смотреть Никиту Мута. Вы решили, наверное, просто-напросто убить мне просмотры на стриме. Ну-ка, давайте, кстати, посмотрим. Не, ну, кстати, вас много было, надо заметить. Сейчас, наверное, сейчас откройте специально, чтобы я, типа, разозлился, начал Никиту Мута смотреть. 1000 рублей, не мотороллик, Никита Мута. Блядь. Го капхеда, кстати, да.